Путепровод в районе нефтебазы закрыли на реконструкцию 1 ноября 2018 года. Работы на объекте продолжаются уже полтора года. Проект стоимостью в 5 миллиардов тенге реализуется за счет социальных инвестиций Карачаганакского консорциума. Поэтому и требования к качеству здесь повышенные. Строители работают, несмотря на карантин. Сейчас строители укладывают асфальт на дороге, которая идет вдоль путепровода на нефтебазе. Она необходима для жителей близлежащего дачного кооператива. Мост будет сдан в эксплуатацию уже к концу июля месяца. Полным ходом идет дорожный ремонт в Уральске. Это улица Жамбула. Ее начали приводить в порядок в прошлом году. Работы немного застопорились из-за того, что произошла техническая неисправность на асфальтовом заводе подрядной организации. В отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог отметили, что на сроках сдачи объекта это не скажется. Средний ремонт улицы Жамбула является переходящим проектом. В 2019 году данная дорога была отремонтирована от улицы Стандартов до улицы Ружейникова. В текущем году данная дорога будет отремонтирована до конца месяца от улицы Стандартова до улицы Айталиева. В настоящий момент уложен нижний слой асфальта, крупнозернистый. В ближайшее время планируется начать укладку щебеночно-мастичного основания, монтаж тротуаров, установка дорожных знаков, а также нанесение дорожной разметки. Отметим, что в этом году на ремонт улиц города выделено порядка 9 миллиардов тенге. На эти средства отремонтируют около 50 улиц. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42.